Друзья, привет, мы с вами фамилии на большевиков. Давайте покажу вам одежду. Вот, например, рюкзачок нашла. 14 тысяч стоил, 36 тысяч, смотрите. Наверное, это кожа, да, стопроцентная кожа. Мандарина, да, это мандариновая утка, я так не знаю фирму. Вот такой вот дорогой рюкзачок. Оказывается, у нас тут вот сколько лет ходила сюда, я не знала, что тут есть отдельный стенд с дорогими брендами. 4800 сумочка. Стоило 25 1800. Вот сумочка стоила 25 тысяч, сейчас 4800, стопроцентная кожа. Ботинки 2 660. Так, ну это какие-то неинтересные, по-моему. Вот это стоило 13, сейчас 5 тысяч. Такая вот сумка стоила 9 почти, сейчас 1960. Жилеточка женская, фирма, как правильно, Desigual, не знаю, как читается. В общем, стоит 4000, стоила 15. Синяя такая, как бархатистый рисунок. Сумка 8400 со скидкой, стоила 32500. Кожа, посмотрите, какая небольшая и дорогая. Так, еще жилетки 4000, тоже Desigual. Вот еще есть бордовая жилетка. Ботинки 2900. Рюкзак 2660. Пальто женское. Стоит 12, стоило 35. Смотрите, фирма 46-48. По составу 80 шерсть, 20 полиакрил. Пальто 12, 44 размер. Так, стоило 35. Тоже 33 шерсть, 18 махер, 17 альпака, 32 полиэстер, пушистое такое. Такой 7500, стоило 27, 42, 80 шерсть. Такие кнопки классные тут. Красная кофточка 2000. Джинсы 3000, стоили 13. Блузки 3000. Джинсы 2500. Платье 2500, Desigual. Стоило 11 тоже. Жилетка 4000, 15 стоило. И есть синим мехом. Оказывается, это курточка. Здесь отстегиваются рукава. То есть, может быть, жилетка, может быть, вот такая куртка. Толстовки 1800. Стоило 6400. Такая толстовка. 4000. Стоило 25. И обувь есть. Смотрите, ботинки. Ботинки стоят 2500, 2450 стоили 17, 38 размер, стопроцентная кожа. Смотрите фирму, видно вам там. Вот такие как кеды кожаные. Классные сапожки. Пипе джинс стоит 3500, 37 размер, стоили 12, 280.
2940. Тоже пипе джинс, казаки. Красные 1370, стоили 11. Так, интересно, кожа это или нет, непонятно. Такие 7000, 19 стоили, почти 20. Это лакоста, кстати. Да, лакоста. И размер 39, друзья. Но мне кажется, на 38, потому что какие-то мелкие на вид. 5500. Стоили почти 20. Это Кэти Перри. Друзья. 2800. 40-й. Такие 5000. Это Кельвин Кляйн. Стоили 14. Кожа, резина и кожа. 1190. Стоили 8700. Полуботинки, кеды. 3360, 36-й, кожа. Кельвин Кляйн тоже. Размер побольше, 39-й. 4550, 37-й. Фирма RB. Не знаю, друзья, пишите. Полукеды мужские, 6041. Кельвин Кляйн. Смотрите ниже, что тут. 6018 стоили. 2450. Такие мы видели. Кроссовки Pepe Jeans 3200, туфли 3500. Вау, какие каблуки, смотрите. Кэти Перри, молния сзади. Так, и стоят они 5500, стоили 22 почти. Золотые 1370. Внизу сапоги 6000. Массимо Дутти, кстати, 38 размер. 38 размер, друзья, кожа. Сапоги 7500. Теленок. В общем, такие вот интересные модели. Вот такие сапоги. Казаки, белая кожа, 4900 стоит. Pepe Jeans тоже, а какой-то размерчик, 38. Сумки, 13000, стоило 27600 кожа. Так, синяя, 7200, 19 стоило. Мандарина Дак, это тоже. Одежда здесь, джинсы. Например, 2900. Леви Страус, Левай Страус, как правильно. Вот по размерам тоже тут все развешено. Пальто 12. Куртка Дизель. 6860, 38, 57 стоило, друзья. Вот такой вот 40-й размер. Класс. Представляете? Я мимо ходила и не знала, что здесь такие бренды. 9500, 36 стоило. Полиуретан и полиэстер, друзья. Почему такая цена за полиуретан? Патрица Пепе 10500, стоило 73, друзья, офигеть. Такая красная курточка, ТГС у нас, 5000,
стоила 16 700, полиуретан. Пять 300. Семь тысяч. Пальто. Классная кофта огромных размеров, 1800, стоила 12 300, акрил, хлопок, полиэстер.